Это не рай. Это только его тело. Знаю, так от него толку мало. Я верну душ. Он такой слабый. Теперь понятно. Да, и заодно чуть не забыл здесь. Вот. Спрятана статуэтка Инноса. Уже 14-я забытая могила, почти половина, руны собрано. Ну а новый уровень очень кстати. 16-й уже даже. Дело в том, что наконец-то полностью прокачалась ветка господства. И новое последнее усиление буря мучений. Вот, за 145 единиц маны. Статический заряд, 98 единиц урона всем в округе, ну и плюс оглушение. Цепная же максимум 52 единицы урона наносила, также за 145 маны. Почти вдвое мощнее. Так, у меня еще много очков. Пущу их на восстановление маны
и на урон. Так вот, допустим, сейчас 65 единиц урона наносит обычная молния без заряда. И 69 уже. Ну а здесь огненный шар. Да, кстати, вот тоже обратите внимание, что самая убойная, как я уже говорил, магия Инноса. За 145 единиц маны 163 единицы урона. Намного больше. Плюс еще горение. Но здесь прекрасное оглушение, которое благодаря мучению увеличивает прямой урон на 30%, поэтому урон идет пониже за счет всех этих приятных бонусов. А вот и огромная жаба, о которой нам орк рассказывал. Обычный ящер. И вот она. Айрая. Так, здесь главное не пропустить. Сейчас я вот смотрю записи, там реликвии или еще чего. Так, значит, пещера возле хижины Меллога. У меня помечено, что можно найти могилу. Ее я нашел. Похоже, что все. Большего здесь не найти. Но, как бы там ни было, пройду полностью эту пещеру.
Ну, для разнообразия. Маны сожрало очень много. Сожрал этот огненный шар. Но сработал не очень эффективно по сравнению с молнией. Талисман Утивао. Вот что стоит одеть. Также наручи, кажется, да. Лунные наручи. Получше будут. Но, наконец, дело продвинулось. Мухарчук, человек. И Райб. Вот, держи амулет. Я это я! И... Раз уж так написано на амулете, значит и правда Ирай. Я Ирай, сын Марига. Рад за тебя. Сын Марига будет драться. Орк Куругурах. Не спеши. Сын Марига может подождать, пока я поговорю с Мелагом. Зачем Шалок украл твой амулет? Шалок ненавидел Марига, но Мариг сильный. Шалок отомстил, сын. Что будешь делать теперь, когда амулет возвращен? Драться. Питер Хага. И каким же вождем ты... Каким? Каким был Марик? Мы ловим рыбу. А что станет с пленником Гаваном? Он получит свободу. Будет своб... Вернется в свой... Люди живут в замке. Орки живут в пещерах. Все будет хорошо. Твое племя захочет сделать тебя вождем. Да. Я сын Марига. Победитель. Надеюсь, что жизнь в глуши... Да, что-то у меня дурное предчувствие насчет боя с Эрхагом. Это правда. Ирай слишком слаб. Ему надо готовиться. Шалок проиграет. Он сильный, но он не воин. Я легко одолею его. Тогда... Тогда все потеряно. Постой. Мне все равно надо спасти Гаваана. Вряд ли Эрхаг просто возьмет и отпустит лорда, если я его попрошу. Что ты над... Я брошу вызов Эрхагу. Ты не орк. А с амулетом Ирая, если я надену его имя, то стану им? Да. Тогда ты станешь Ираем. И тогда у Эрхага не будет выбора? Если он откажется биться с Ираем, он перестанет быть. Растай, давай эту проклятую скахань. Держи.
перед уходом забери то, что найдешь. Ладно, но сперва я достану себе душу. Постой. Что такое? Спрячь душу Ирая. Открой всем, что ты Ирай, перед тем, как бросить вызов Эрхагу. Почему? Иначе Эрхаг откажется биться с тобой. Он не верит в души, но орки Сильверлейка верят. Если ты бросишь ему вызов, будучи Ираем... Ладно, отлично, теперь я орк. Приветствую тебя, мой друг. Давай поговорим позже, мой друг. Как поживаешь, мой друг? Ирай, послушай, мне нужен твой амулет. Мой? Твоя душа? Это моя душа! Я Ирай! Отдай мне свою душу. Я сражусь с Эрхагом за тебя. Я не понимаю. Ты Ирай, верно? Да, я Ирай. Почему ты Ирай? Потому что мое имя написано на моей душе. Именно. Поэтому если твоя душа будет висеть на шее человека, она получит новое тело. Сможешь пойти на бой и победить Эрхага. Я... Разве ты не хочешь отомстить за Марига? Ты прав. Я возьму твое тело. Ирай? Ирай ушел. Ирай теперь ты. Как у них все запутано. Приветствую тебя, мой друг. Урзак Хурак. Эрхак Вар Крушор. Что ты там бормочешь? А в чем дело? Ирай позабыл язык своих предков? Очень смешно. Это был орочий... Его лучший диалект сильверлейкский. Правда, акцент у меня ужасный. А что ты только что сказал по орочье? В буквальном смысле? Твои соки содержат победу. Эрхаг будет заоружен. Что? Человек в таком случае сказал бы так. Ты победишь, Эрхаг умрет. Или так, удачи. Кольцо таинства и вправду пригодится. Еще добавка к мане. Зелье маны усиливаем. Малое зелье маны. Это у бальзама мы получили. А вот обычный рецепт зелья маны. То же самое, что и малое. Также пузырек. Но на этот раз 5 трав маны. Ну вот, 14 зелий наварил себе. Этого должно хватить. Вот это скахань непонятная. Вот твое вонючее варево. Не вонючее, нет. Вкусное.
А теперь открывай ворота. Скахань тут. Дару! Солдат Дару! Открой ворота! Гаваан жив? Вполне. В тюрьме, но живой. Гаваана пленили? Он запер Ирхага в клетке. Теперь попал туда сам. Ха, важный барон. Почему ты помогаешь? Ирхаг лучше остальных орков. Он показал нам, как драться. Чего хочет Ирхаг? Ирхаг сделает нас богачами. Сейчас у нас есть барон, а скоро будет и замок. Орки будут править. Что станет с твоим пленом? Мы все переберемся в замок. Ирхаг сделает из... Люди будут бояться. Жить в пещерах, как орки. Зачем ты носишь этот амулет? Ирхаг говорит, что я готов. Готов стать лучшим орком. Где сейчас Ирхаг? В пещере. Там... Сзади. Кто у Ирхага в охране? Орки. Могучие орки. Эй, Акбош! Все, напился. Рухнул спать прямо тут. Учагала? Послушай, человек. Что такое? Племени плохо. Ирхаг отбирает наши души. Зачем Ирхагу отбирать? Мы должны работать. Валить деревья. Погоди-ка. Ты Дарук, брат Арука? Да. Брат глупого брата. Ушел из племени. Не знаю даже, как тебе сказать. Твой брат мертв. Улу-ма-ху. Нет, Дарук. Арук погиб, защищая мою деревню от убийц. Ага. Это хорошо. Добрая смерть. А чего вы хотите? Мира. Покоя. Почему бы вам просто не выгнать Ирхага? Ирхаг спрят... Ирхаг привел злых друзей. Орков с севера. Разве мы рабы? Что задумал Ирхаг? Он хочет в замок. В замок барона. Зачем оркам замки? Что вы будете делать, если Ирхага не станет? Танцевать. Праздновать много дней. Тогда не тяни. Говори, где Ирхаг. Иди, где огонь. Ирхаг один? Нет. С ним два больших орка. Спасибо. Дальше я справлюсь сам. Наконец повстречались с братом Арука, о котором я... Об этой встрече я упомянул в начале этого видеопрохождения. Там в первой или во второй серии, не помню. Вот артефакт Белиара. Главное не упустить.
правой части пещеры находится. Где, в принципе, больше ничего и нет. Ну, разведал вот эту правую часть пещеры, набрал припасов. И вот, собственно, главная часть пещеры. Где нас ожидает славный бой. Который начну в следующей серии.